Вот смотрим на двухместный номер стандарт. Санузел стандартный. И большой номер, в котором есть зеркало, столик, холодильник, шкаф, двуспальная кровать широкая, телевизор, кондиционер, сплит-система. Ну вот смотрим на номер, который еще большего размера. То есть, ну, стандартно. Санузел, шкафчик, раковина, душ, туалет. И сам номер. Столик, зеркало, шкаф. Это доп. Место. То есть можно на двоих детей, в принципе, даже рассчитывать. И двуспалка, кровать. То есть на 3-4 человека номер. Кондиционер. Телевизор. И балкон. Везде балконы, ребята. Это очень немаловажно. Вот такие вот широкие коридоры в гостиницах. В этой гостинице именно. В коридоре даже есть наличие кондиционера. Лестницы тоже широкие. Ну вот смотрим на столовую в этой гостинице. Тут летом, как говорится, организовано питание, завтрак и обед по желанию. Тут будет буфет. То есть все, что хотите, все есть. Отдыхающие летом могут пользоваться как бы и небольшим двором, так сказать, где можно пожарить шашлыки. То есть шампура все вам дадут. То есть все есть, ребята. Пешком до моря от этого места не более 5 минут. Песчаный пляж. Телефон в описании, цены тоже в описании. Смотрите, читайте.